Парней в гражданке видели хоть раз? Или все в рыбацкой форме? Кучечки, железо, все на базу. 2,5 куба досок есть, пошла фанера. А ты, Андрей, там домик собрался еще один ставить или чего? Я не пойму. Два дома еще? Куда столько материала, Женя, скажи мне? Наступили у команды выходные. Так а что, викинг полтонны, говорит, увезет? Все родные снегоходы погрузили, баки полные залили. Газ и на море порулили. И не важно нам, какая там погода. Хоть мороз трескучий, хоть дождик пролив. Сейчас сделаем второй рейс. Иваныч, вернемся? Назад вернемся? Да, конечно. Ребята местные из Патракеевки, Серега и Матвей, помогли нам сегодня с погрузкой материала. Ну что, ребята, в Патракеевке нравится жить? Да? С девчонкой проблем-то сказал нет, да? С развлечениями тоже. Самое лучшее развлечение, говорит, это рыбалка. Правильно? Молодцы, молодцы. Море, рыбалка, это наша страсть. Это наша закалка. Рыболов севера покоряет севера. В избе командой мы проводим вечера. В лесу у нас охота, а на море. Вот Женька Степанас, молодец, спас людей. Но мы на собаке, короче, застряли. Тебя почти час не было, блин, прикинь. Женя, третий экипаж увозит. А там еще получается, если тот застрявший. А где нашел ты в каком месте? Ну, на середине. В середине? Что там, сухого моря. А как увидел? Ну, молодец, сегодня условия жесткие. Вот 4 уже, получается, экипажа сегодня спасли. Сами все упетались, но другим надо помогать. Сломалось, да? Да, забился, фильтр забился там, снегом. Ага. Наоборот, ты не разбивай. Понятно, у всех так. Половили чего-нибудь? 16. Нормально у вас испытание сегодня, да, было? Ладно. Главное, вытащили. Сколько мы сегодня человек спасли? На море порулили, и не важно нам, какая там погода, хоть мороз трескучий. Я говорю, помогите завернуть снегоход. Этот волокушек сидел, он даже не дергался. Он как это. На дороге даже джипа засадили. Она. Женя, я пошел за лонгкрузером. Командой мы проводим вечера. В лесу у нас охота, а на море рыбалка. Это наша страсть, это наша закалка. Парней в гражданке видели хоть раз? Или все в рыбацкой форме? Саня, точно, блин. Да. По граждане-то никого и не узнать, блин, на улице. Ну, Иваныч как? Как обычно. Что в лесу, что по граждане. Сегодня у нас собрание на тему строительных работ на нашей базе и благоустройства территории. Я предлагаю туда даже не знаю ничего считать, там куба, доски. Вот для глаза. Десятки. Вот так вот. Собрание окончено. Вот дюймовки надо, точно. Дюймовку по-любому надо. Может, на доске тогда, Андрей, запишем? Так, знаешь, что еще? Я что-то вчера вот думал, может, нам крышу-то дровяника закрыть рулонным материалом? У меня и 2 рулона есть, не надо покупать. Ну, так, причем дорогущий тебе. Есть железо листовое. Метр. На сколько, Дима? Крыша, метр на 2. Блядь, идеально. И везти эти рулоны, блядь. Хоть в лодке увез, хоть на снегоходе, блядь. Какие рулоны? Ну, рулоны технониколь-то, блядь. А? Рулоны материала, наплавляем от рули. Только мы наплавлять не будем. Так это лучше, чем железо. Это и лучше и быстрее. Давай так и сделаем. Вообще быстрее. Основные пункты зафиксированы. Это обшить дом сайдингом, утепление бани дома, ремонт тамбура, дровяник и беседка. Беседка вот нарисована. Там можно его направить, допустим, я там поехал, допустим, на тоже талашку, купил эту доску, блядь. Ему только надо... Все говорить, про доску. Я как камеру не включаю, вдруг я все подробно. Это деревянное движение. Доска. Подожди, перейти рамку нам будет. Нам 6 метров. Предлагаю начать сайдинга по порядку. Нам по 3 метра плюс. Распределимся, типа, кому что, да и все. Что мы, Саня, с тобой тогда чего делаем? Тамбур берем, ремонт самое легкое. Тамбур. И опять древесина, да? Не, ну без ебавки точно не разобраться. Как зашить баню? Всего пилоса 3 метровый. Тут вот, так не, по-любому 3 метровый. Тут считать нечего. Другого-то не бывает. Евгений присоединился к нам. Ты что, тесничек, Андрей? Так, это очень низкая, 25-я. Я заплатил 1 метр кубический. Так, по тамбуру зачем?
Вагонка Штинберг. Штинберг. Штинберг работает, а тоже есть фонарь. Я не его делал. Там листа. Так, на стены, короче, вагонка. Что там еще дальше? Дровяник. Понятно, все, доска есть, все. Там только доска, крепеж, материал весь есть, все. Ты что там обсуждаешь? Смотри, если груза не хватит, там можно же бревна. Там есть бревна. Несет все это. Там песок. Песок, все у тебя, все. Остров затопит же по весне-то, наверное, да? Сидишь у меня в тепле, там сидишь, покушаешь чай, это тебе волной, сухой лет. Как на корабле, да? На палубе. Отбраковка досок, это гнилье, это более-менее. Все контролировать надо. Сейчас набираем нормальный. Парни, а вот и бочки легендарные от Андрея. Полный прицеп бочек. Загружаем в гараж. Грузим с Иванычем. 2,5 кубика. 2,5 кубика, так можно, говорю, каркасничек повозвести там, да? Можно 2 полкасика. Клиентов размещать можно будет? Можно, можно приглашать москвичей. 2,5 куба досок есть. Пошла фанера. Фанеру еще 2 куба, Андрюха. 1,5 тонны. Вся бригада. Боря. А ты, Андрей, там домик собрался еще один ставить или что? Я не пойму. Два дома еще? Вот такой должен быть завоз стройматериалов. Вот эту фанеру сейчас оставим. Видишь? Давай потоньше. Вот возьмем. Это, да? Давай, да? Возьмем. У нас там не сделано, и ничего. Пачечку ничего. Да, конечно, возьмем. Возьмем, возьмем. Загрузка идет. Все, Андрюха? Так, ничего еще. Ну, лопата пригодится там расчищать. А, типа туда увезти? А чё? Нет, вообще оставить там? Там оставить, да? А, так давай. Давай, чё? Чё нет, ёпта, лопата будет офигенная. 4-е место уже, мой гараж. Продолжается загрузка. Кучечки, волокушечки, железо. Все сюда, все на базу. Хочется, нет, эти бруски-то когда-нибудь? Женя, может, хорош уже? Скоро Коли полная машина будет. Листы железа, куча листов. Куда столько материала, Женя, скажи мне? Там? Я говорю, можно второй дом построить. Вообще легко с этого материала, блин. Одного железа только на дом, блин. Разгрузка теперь. Сегодня весь день будем мучаться. Все в деле. Не знаю. Говорят, права-то птичьи, Андрюха. Какой объем. Погрузка пошла на санки. Такие хорошие люди одолжили. Так, а что, викинг 0,5 тонны, говорит, увезет. Сегодня опять снегоходов целая тьма. Завоз бочек, ё-моё. И метель, как назло. Блин, упаковывают. Ну, молодцы. Помощнички. Так, ну что, давай упаковывать её. Как назло.
Ну и что, сейчас, сейчас делаем второй рейс. Пока команда вся в сборе. Иваныч, вернемся? Назад вернемся? Да, конечно. Такая метель, что я не знаю. Мы оставляли макарончиков не было. Папа рядом. Егор Юрыч с нами, значит, все будет нормально. Я вот дома приготовил. Это место из Патракеевки. Серега и Матвей помогли нам сегодня с погрузкой материала. Сейчас делаем вторую ходку. Все загружено вот. Ну что, ребята, в Патракеевке нравится жить? Да? Ну, я смотрю, с девчонкой проблем-то сказал нет, да? С развлечениями тоже. Молодец. Тоже есть. Самое лучшее развлечение, говорит, это рыбалка. Правильно? Молодцы. Ладно, парни. Давайте, спасибо вам большое. Настоящие деревенские ребята. Добрые, отзывчивые. Мы даже не просили о помощи, взяли просто сами. Подсобили мужикам. А мы сейчас, да, чайку попьем еще. И поедем второй рейс делать. Завоз пошел. Поехали давай. Вот такой ветерок, вы представляете? 16 километров в одну сторону, 16 в обратную, или там даже 20. Какие вот условия? Не советую никому в такую погоду высовывать нос из дома. Скорость ветра 20 метров в секунду. Как вам такой? Надо ехать еще рейсом. Хрен его знает. Но такого мы еще не испытывали. Женька Стекунас молодец, спас людей. Но мы на собаке, короче, застряли. Почти час потратил. Тебя почти час не было, блин, прикинь. Женя, третий экипаж увозит. А там еще получается, если застрявший, да? Ну, они рядом, прямо на подъеме с речки. Да. Мы двоих-то увезли сейчас, ведь ваших, наверное, да, ваших. Я довез их до машины. Это, наверное, еще... У вас сколько экипаж-то было? Два? Там два, да. Нет, у вас всего три было или два? На подъеме, да? У вас два экипажа было. За подъемом. У нас сюда. Дальше. Вы на двух собаках? Да. Мы, значит, ее там оставили. Мы двоих-то увезли у вас. Не, у нас-то четыре человека. Ага. Я тогда съезжу, помоги Сереге фанеру загрузить. Да-да-да, давай, хорошо. Ладно, хоть выбрались, то хорошо. А, так тут две собаки-то, ёпта, я думал, одна. Где Женька-то? Ну, молодец еще. Нашел людей, красавчик. Сейчас Андрей еще третью достанет. Молодец, молодец, не зря сгоняли. Спасли. Ценю, молодец. А где нашел ты, в каком месте? Ну, на середине. На середине? Что там, сухого моря. А как увидел? Так? Фонари так, были? Так. Или так? Визуально еще светло темнело, было? Темнело. Блин, ну молодец, нашел, красавчик. Короче, дорога перевело всю напрочь, вот так с плашником я там гонял, отвозил дрючки. Ребят, вообще не проехать. Даже не знаю, как можно выбираться отсюда. Нам, наверное, машину надо, Женя, угнать туда. Возможно. Еще вот фанера у нас осталась. Железо. Тут доска осталась. Три рейса сделали. Сейчас четвертый делаем. Не знаю, еще пятый придется, наверное. Весь день без еды. Еще одну собачку сухого моря. Получается, спасибо. Сегодня условия жесткие. Вот четыре уже, получается, экипажа сегодня спасли. Сами все упедались. Но другим надо помогать. Устали?
А что, сломалась, да, получается? Собака-то. Сломалась, да? Да, забился, фильтр забился с медом. Ага. Наоборот, температура. Понятно, у всех так. Ну ладно, хоть выехали. Половили чего-нибудь? А, штук 16 всего. А, ну ладно, что. Нормально у вас испытание сегодня, да, было? Ладно. Главное, вытащили. Сколько мы сегодня человек спасли? Стой. Сейчас, подожди, помогу. У нас четвертый или пятый рейс разбился со счета. Море вот так вот выглядит. Сухое. Все перемело жестко. Невероятно. Вечерочек 9 Женя, да, часов вечера. Не знаю, сколько там, две мотособаки. Подъем был у нас. Мужиков, наверное, без 15-4. Одна мотособака. Гору, и то не все утащили. Гору, говорю, сейчас подниматься будем. Прыгайте и толкайте. Еще один рейс остался. Одна. Один спрыгнул, второй. Я говорю, мне надо держать этот руль. Потому что он там на повороте в сторону улетит, его сломает. Привяжи. Нет. Мне надо держать. Я их завожу, у меня снегоход не поворачивает. Надо еще выгружаться. От машин. Я говорю, помогите завернуть снегоход. Этот волокушек сидел, он даже не дернулся. Он как этот, я этого мужика, я говорю, иди сюда, помоги. Они все заморожены. Да, он там сидит, все уже заморожены. Погодка. На дороге даже джипа засадили. Переметы. Все. Хана. Надо грузака было пускать. Женя! Я пошел за лэнд-крузером. Только вот смотри, чего. Здесь бы, блядь, я просто боюсь его зацепить. Я просто ходами пойду здесь, ты понимаешь, мне надо. Вот в чем проблема. Это вот место, блин. А? Так я про что и говорю. Вот так маленько протопчите. Не, бесполезно. Патракеевка, дорожка. Парни на джипе забуксовали, взял прицеп. Здесь вот уже. Все нормально будет прикуривать. Я буду прикуривать.
чтобы ездил, так полегче. Хотя мы с прицепом. Ну что, у нас тут приколы продолжаются в уборе. По его не сломал хоть прицеп, Андрюх? Нет. Андрей, иди сюда. Подзасними хоть что-то. Я хотел заснять. У нас тут происходит, блин. А. Давай, дорогой. Сегодня просто приключение. Ну что, Nissan, Toyota, поехали. Nissan тащит еще, Toyota тащит Nissan, еще и прицеп. Вот так это все выглядит. Все. Едем дальше. Едем дальше. Ну че, бродяги? Нет. Ну че, бродяги? Это, надеюсь, приключения у нас закончились. Мы доедем до дома сегодня. Мы сегодня доедем до дома. Дмитрий Валькевич, что скажешь? Нет, я только ходом где? С разгоном. Больше не было таких моментов. Что там? Доспалас. И на море порулили. И не важно нам, какая там погода. Хоть мороз трескучий, хоть дождик проливной, всегда команду тянет прекрасная природа. Любят парни край северный родной, рыболов севера покоряет севера. В избе командой мы проводим вечера. В лесу у нас охота, а на море рыбалка. Это наша страсть, это наша закалка. Охота, рыбалка, это наша закалка. Белое море в сердцах навсегда. Пойманной рыбке мы рады всегда. Берем мы детишек и едем на базу. Здесь они мужиками становятся сразу.